Mariupol, questa città continua a impressionare con i suoi contrasti. Tra le macerie e le carcasse dei veicoli distrutti, molte persone vagano alla ricerca di cibo, aiuti umanitari e legna. Sono tanti coloro che continuano ad avere paura. Altri tornano a sorridere, sapendo che il peggio è alle spalle. Molte persone cercano appositamente volontari e giornalisti per lasciar loro un numero di telefono. Sono i numeri di telefono dei loro parenti, dei loro cari. Chiedono di far sapere loro che sono vivi, che tutto va bene e probabilmente presto riusciranno a raggiungerli. Siamo a Spitere, Питере. фамилия Акопян, они уже месяц нас не могут найти. Сказать, что Сугакова и Акопян, семья живые, все хорошо, все нормально, мы в убежище. Спасибо. Мама, Ленчик, все нормально, мы же это, все хорошо, у Лили тут уже полегче. Скоро приедем. Какая сейчас обстановка? Ну, у нас уже получше, короче. Да, уже тихо, спокойно. Только проспект Ильича еще воюет. Там еще воюет. А у нас уже полегче, и в городе где-то. 3 дня у нас уже легче. 3 дня. Все дома целы, все хорошо. Поесть есть еще. Да. Не переживай, скоро все приедем. Зоечка, Вовочка, здравствуйте. У нас все нормально. Уже мир более-менее. Спасибо, ребята, освободили. Рады встрече. Если как будет возможность. Как ты обещала, мы приедем. Родился, живу в городе Мариуполе. На протяжении 8 лет присутствовала здесь. Националистические веяния, все эти полки Азовы, банды формирований, которые просто морально меня не достали, как и все население. Как вы вообще выживали в эти дни, в эти недели? Выживали с соседями, у кого что было, так и жили. Вода, находили колодцы здесь, кранички. Пищу, ходили на краничку, там пищу, они так, расстреляли всех. Кто расстрелял? Украинцы. Мирных расстрелов? Мирные, да. За что? Просто за так, что? Подъехали, стали возле колодца. Мы слышали. И говорит своему, по мы слышали лично по рации, говорит, сейчас опять выстрелы сделаю в вашу сторону, вот в эту сторону. А вы в ответочку дайте 5 евро. По и дали. И по кренице дали, все, снесли да. Все, людей, девочки маленькой ноги обрубала осколками. И как три, за ними за домов? 3 дня назад расстреливал вверху, вверх по остановке стоял на перекрестке и всех мирных жителей, которые шли, он просто расстреливал. Мы чуть не вы проходили мимо? Мы проходили нас мимо, за руку нас затянул затянули в подъезд, ну, житель нашего города, а так бы мы тоже лежали. За угла смотрели, стали, женщину на землю положил, а двух на мопеде расстрелял. А почему? Почему такое? А потому что они уже ли под наркотиками или какие-то были обеспаченные. По ночам один танк, который тут нас ездил 3 недели, САУ, установка САУ, просто всю ночь он ездил, тупо подъезжал под дома и стрелял. То есть защитники, как они себя называют, они сами... Они просто нас ненавидели тоже все. Они считают нас все равно... Это все идеология их не была, полк Азов, какое-то вероисповедание у них. Они изначально заехали, они, конечно, за 8 лет учат оружие. Ко мне 24 числа в ДК сюда целый, наверное, их полк заехал. Слава богу, что они сразу выехали. Там оружие, это жесть была. У них до сих пор оружие в ДК? Нет, нет, нет. Они сразу выехали, пошли люди. Там просто люди уже берут. А где они занимали квартиры здесь, базировались? Нет, они были вот, они сидели последнее время сюда, потом выселили всех жителей с 9-этажек. Они выселили, да? Выселили, да. А куда? Заставляли из на улицу. Пофиг, да, куда? На улицу, да. С общежитий выселили всех тоже. Сидели тупо, я говорю, на верхних этажах, делали корректировку, отстреливались, и все. И остальные в основном из-за них. Вот эти 3-9-этажки. Они нам добра разрушили до такой степени, что пиздец, блядь. Мы снимаем квартиру. Разлетели окна в дребезги. Россия или Украина разбила? Украина, 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 вот там-то и дело. Вон, сколько домов побито. Это
хорошо. Это все Украина, все Украина. Нам все этих вырища. Просто рубайте их так, чтобы они вообще не вышли оттуда никогда больше. Questo è il centro di Mariupol. Fino a pochi giorni fa si tenevano intensi combattimenti. Alle mie spalle i veicoli, i camion dell'esercito ucraino abbandonati e distrutti. Ora i militari ucraini si trovano in quella direzione verso la fabbrica Ilyicha. La situazione è drammatica, ci sono centinaia e centinaia di persone nelle strade che ancora non hanno deciso di lasciare la città, sono in balia degli eventi, camminano molti alla ricerca di cibo e legna per scaldarsi, viene preparato da mangiare in giardino, così come in giardino vengono sepolti i corpi dei propri parenti rimasti uccisi. Tombe improvvisate come queste se ne trovano a decine, decine in ogni quartiere. Не собираетесь уезжать? Я нет. Не-не-не! Куда? Мы никуда. Квартиры ваши сильно пострадали? Ну, моя, смотрите, я снимаю. У меня только клеенка, видите, там только этим осколком попало. То есть можно сказать, что чудо, да, по сравнению с многими? Да, да, да. Многие нас погибшие в этом районе? Много было. Там у нас он тут недалеко, где земля, там везде хоронили. Идут бои. Когда наши, зашли, когда? Которые, это было 15 числа это было. Во дворе поставили танк, вот, где хрущевки, на 1000 мелочей. Дом 107 вышел и сказал, уберите танки хотя бы на территории со двора, маленькие дети и все такое. Но ему 3 раза выстрелили в ногу. То есть вот так шел, как в кино, и стрелял в ногу ему. То есть видел весь двор, свидетели, кто выжил, ну там много. Если кто-то выжил, я вот осталась сейчас одна. Я с Мариуполя, меня ищут, а я не могу никак связь найти, то есть, ну, сейчас, чтобы доедем, передать. Доедем, позвоним, поста связь, в принципе, есть. Вот. Это, и потом как, возвращался какое подразделение, домой. Не знаете, кто был? АТОшники, АТО. Это было АТО, 100% АТО, то есть своих стреляли. Грабили магазины, не люди, грабили магазины украинские сперва. Власти, вот не власти, а военные. А потом только что оставалось людям, это правда. И все взламывали, скрывали как специально, стреляли в своих укропы. А зачем? С какой целью, как вы думаете? Ну, чтобы молчали. Чтобы молчали, а то молчали, что, допустим, ну как, попросить убрать танк. Следа, вот. Ну, следы пытались. Ну, естественно. И сколько таких случаев? У нас в районе много таких случаев. Да каждый скажет, просто люди боятся. А что уже бояться? Города нет, людей нет. Я уже кого можно похоронила, что бояться? Люди, может, и молчат, кто хочет выжить. Но что тут? Это было при мне. Я рассказываю конкретно случай про свою семью. Это ваш муж? Да, это мой муж, которого уже нет. 20 числа. Он шел на перевязку, и его такая вот дыра сзади, слева, легкая, попало все. До скорой не довезли, там уже бесполезно было. Он дышал. Сутки не могли забрать. Это отец и сын. Это мой муж.